Центр олимпийской подготовки. Тюмень дзюдо. Тюменец Муса Магушков выиграл престижный турнир по дзюдо «Большой шлем». За океаном трехкратный призер чемпионата мира выступал в весе до 73 килограммов. Для завоевания золота в столице Бразилии сибиряку пришлось победить в четырех схватках. Три из них закончились досрочно – иппонами. Лишь в полуфинале Магушков схлестнулся с чемпионом мира из Японии Суити Хосимото. В Golden Score тюменец оказался выносливее. За это ему воздалось в финале. Муса уже на 36-й секунде отправил примерять серебро бразильца Давида Лиму. В южноамериканском большом шлеме выступила также тюменка Дарья Давыдова. В весе до 63 килограммов она стала седьмой, добравшись до четвертьфинала и уступив в утешительном раунде. С победы из Уфы вернулась домой тюменская дзюдоистка Полина Вакушина. На открытом турнире «Память», где выступали борцы до 15 лет, сибирячка выиграла три поединка. Воспитанница Центра олимпийской подготовки добилась успеха в категории до 40 килограммов. Центр олимпийской подготовки. Тюмень дзюдо.